уважаемые телезрители, перед вами Вадим Карабинский занимается животноводством. На этот раз наши животные – это пчелки. И мы примострячиваем ващину на рамочке. Потому что пчелки среднерусские работают с такой скоростью, что не успеваю я примострячивать ващину к рамочке. Но я делаю это размеренно, получая неземное удовольствие, никуда не торопясь, не применяя электричество. Ну, вы знаете, если так подключить к аккумулятору, там через определенное напряжение, то вжух, прям ващинка сама зайдет на эти, на проволочки. А я вручную, старым дедовским способом, очень мне нравится это делать, неторопливо. В общем, сейчас 6 рамочек навощу и по 3 рамочки в улике разнесу, чтобы пчелкам было куда мед собирать, а то они уже, может, там мимо проносят. На этом все.